селе Чемерево 8 марта пропала 7-летняя девочка. Ребенок пошел гулять и не вернулся. 9 марта в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых проживала девочка. Уже на следующий день после обнаружения тела отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о гибели девочки возбуждено новое уголовное дело о халатности. Из материалов уголовного дела следует, что семья девочки состояла на профилактическом учете в Весьегонском отделении полиции. В рамках уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, которые способствовали гибели ребенка. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Расследование продолжается.